В сложной экономической обстановке Чувашия обеспечивает загрузку строительного комплекса и выполнение государственных программ. Такое заявление на рабочей встрече с главой республики сделал министр строительства России Михаил Мень. С руководителем федерального ведомства Михаил Игнатьев встретился накануне в Москве. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. На встречу с руководителем федерального ведомства Михаил Игнатьев приехал с подробным отчетом о реализации значимых программ в сфере строительства и ЖКХ. Взятые на себя обязательства республика выполняет сполна. На особом контроле правительства возведение жилья для переселенцев из аварийных домов. Из бараков в комфортные квартиры переехали более 6 тысяч человек. В следующем году эта программа будет реализована полностью, отметил глава Чувашии. В принципе, третий счет этого сейчас идет. Реализации третьего этапа, вот он как раз, 11 муниципалитетов. У нас всего 26 муниципальных образований, по остальным муниципальным образованиям, это 14 мы полностью закрываем. В республике успешно реализуют и программу капитального ремонта жилого фонда. До конца этого года планируют отремонтировать 450 домов. Еще более 23 тысяч человек улучшат свои жилищные условия. Общий объем вложенных финансовых средств составит не менее 600 миллионов рублей. Так что задачи стоят, задачи будем исполнять. Сегодня уже объявлены аукционы на выполнение подрядных работ. В прошлом году капитальный ремонт оплатили более 90% жильцов. Федеральный министр Михаил Мень отметил, что эта динамика должна быть сохранена. На постоянном контроле находятся вопросы улучшения жилищных условий ветеранов войны. В Чувашии, рассказал Михаил Игнатьев, сейчас в очереди стоят более 200 человек. Мы прогноз на первоначально не рассчитывали. Цена вопроса 75 миллионов рублей. Мы свои заявки оставили. Полагаю, что к 2016 году произойдут определенные изменения, корректировки в федеральном бюджете. И все ветераны 100% в этом году, в 2016 году, получат. В рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в республике намерены возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, застройщиков и дальше необходимо освобождать от строительства инженерных коммуникаций. Михаил Мень взял на контроль и проблемные вопросы. Мы признаем то, что упал покупательский спрос. Есть отдельные проблемы по отдельным программам, по нашим территориям комплексной застройки. Он все наши просьбы взял для работы, для нашей совместной деятельности. И полагаю, что в дальнейшем эффективно взаимодействие в течение 2016 года мы больших сбоев не допустим, а сохраним достигнутый темп 2015 года. В федеральном ведомстве окажут поддержку при строительстве в республике станций по перегрузке мусора. Эти комплексы появятся в Шумерле, Алатыре и Канаше. Они помогут обеспечить 100% уровень сортировки твердых коммунальных отходов в республике. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика, из Москвы.